Флукс бисер. Селекционеры Корчагин Борисова, 2012 год. Мелкоцветка, тоже из серии мультифлора. Вот туго набитый. Друг на друга. Буквально они перекрывают эти бутончики. Постоянно новые появляются серединки. Очень позитивный флоксик. Высота где-то 85 сантиметров. Ну, до 2 сантиметров диаметр цветочка. Светло-розовый с таким ярким пурпурным колечком. Сам бутончик разделен. Цвет очень нежный, притягательный такой. Действительно напоминает бисер. Ну, соцветие коническое и такое ветвистое. Такие все ниже и ниже появляются у него дополнительные веточки, и цветет. Цветение очень продолжительное. Бисер Корчагин и Борисова. Вот такое огромное соцветие у бисера. Давно ли я его снимала, совсем маленького. И вот выпустил такие огромные ветвистые соцветия. Просто шедевр. Вообще соцветие, наверное, сантиметров 30. И такие отдельные веточки, прям как отдельное соцветие. Очень шикарный флокс, яркий, красивый. И главное, такие огромные соцветия. Бисер.